Алло, алло. Да-да. Приветствую, солнышко. Доброго дня, Ваня. Давно не слышали. Спасибо, что ты самое откликнулся. Значит, вот есть очень серьезное такое предложение, очень важное предложение. Нам сделать резонансную цель. Вот это прежде всего, конечно, мир, это без войны. Но самое говорить с украинцами смысла нет. Потому что надо настроить пространство. Надо настроить пространство, потому что когда человек безумный, то лечить его и палка тоже не поможет. А вот собрать ядро вот таких и послать вот этот светоносный, вот этот самый такой чистый эфир, мы в состоянии просто группой вот такой. Я поэтому делаю вот школу, ее называется «Крымский сентябрь». Каким образом собрать вот так, чтобы люди, настроенные вот в этом резонансе мысли, могли остановить, ну, очистить это пространство. Вот само пространство, вот эфир, это лечебное. Вот у меня в твоей нет почты, электронной почты. Я тут сейчас вот переписываюсь с разными людьми, там, Иванов, там еще самые такие люди, которые понимают, что есть вот эта среда, эта почва, где растет, ну, дается информация. И вот эта информация, она приходит или через сон, или как-то там еще что-то. Это вот именно живой эфир. Вот это очень важно, солнышко. Да-да. Да, вот поэтому, значит, мы в пятницу собираемся, но я не могла сделать на Телеграм, вот два раза уже сбивалась там программа, и мы нашли площадку, я с этими ребятами договорюсь, и в пятницу мы завтра в 6 часов на этой площадке я тебе пришлю. Если можно, пожалуйста, подключись на эту площадку. Вчера мы проверили, было 5 человек, вот двое москвичей были, Аланха была, вот такая, так мы проверили, она работает, эта площадка. Вот, там, пока, ну, я еще пока не умею там делать, чтобы лекции, классы, как это делать, но это очень, называется вебинар-групп. Это российские такие очень умные мальчики собрали такую программу, которая лучше, чем Google, чем остальные. Вебинар-групп. Я посылала, и мы в пятницу попробуем там с вами поговорить. Подключись, пожалуйста, Ярослав. Да, попробую. Сейчас я наш разговор включил запись, записываю, выложу в сеть. И зрители глобальной волны тоже смогут подсоединиться. А как там найти-то эту ссылку? Я тебе посылала, я тебе еще раз пошлю, я тебе посылала. Это они сделали, ребята, которые говорят, именно русская самая такая площадка, прямо как настоящая школа. Там и записи, и все фильмы, там все что угодно. Они сделали очень мудрую вот эту площадку для вебинар-групп, называется. Там и доска есть, можно там все, обмен мнений, хоть до 100 человек, хоть больше. То есть это лучше, чем вот на Телеграм, где-то там все время мучаюсь, я сама вот такой. Я уже была трижды у них на вебинаре. Я пришлю, вот ты мне пришли свою электронную почту. Я тебе по почте пошлю их адрес. Ты сам почитаешь, посмотри. Вот этот вебинар-групп называется. Они очень хорошие, настоящую школу такую. Школу для общения. Это очень хорошая штука. Вот. Да, я вижу, вижу. Я уже запустил. Называется да. webinar.ru. Ну да, да. Вот я могу тебе сейчас кончить, давай мы туда зайдем на минутку. Ну, я зашел по вашей ссылке. А, ну понятно. Ну я говорю, мы сейчас, я с тобой говорю на просто на Телеграм. Давайте. Я сейчас. Да. Да, я выключу вас и зайду туда на эту программу. Да, пока. Так, ждем. Действительно, вот Бог – это сама жизнь. Сама жизнь, только жизнь, она красивая. Она не просто там как-то вот… А вопрос на засыпку. Да, засыпай. Организм берем человеческий. В нем есть печень, почки, селезенка, сердце. Каждый орган состоит из собственных клеток. Да. Национальности вот он выложил. Конечно.
И как они между собой должны взаимодействовать? Да, и вот... Они должны служить организму. Да. Не себе. Ведь человек займется жизнедеятельностью, скажет, а мне почки неинтересны. А мне вообще на вас... Знаешь, вот поэтому Николай Федоров написал «Дело мыслей». Николай Федоров. Не общее дело, а когда у нас везде собирают. Вот, вы знаете, когда я читаю из Библии, когда, значит, и вы, любящие, любовь, признавшие любовь Христова, познаете, что глубина, высота, широта чего? До мышления. А самое, есть такой был физик, который написал лекции, Фейнман, Роберт Фейнман, лекции по физике. Он написал, истинное величие науки заключается в том, что можно найти такой способ рассуждения, не знания, а рассуждения, при котором закон становится очевидным. И вот, пожалуйста, я прочту, что такое общее, единичный случай, что такое частное, миллионы случаев. И вот как Гёте пишет, что такое природа? Все люди в ней, и она во всех. Со всеми ведет она дружескую игру и радуется по мере того, чем больше у нее выигрывают. Со многими природа скрытно играет так, что игра подходит к концу, прежде чем это они заметят, гением. Кто не видит ее повсюду, тот никогда не видит ее перед собой. Она любит себя, чтобы и наслаждается собой. Все новых и новых гурманов пробуждает она в своем ненасытном стремлении передаться. Она передает. Природа. Она позволяет всякому ребенку мудрить над собой. Всех она имеет, каждому голубцу судить о ней, тысячам тупо проходить мимо и ничего не видеть. И во всех она имеет радость, и со всеми имеет свой расчет. Ее законы поминуются даже тогда, когда противится им. Даже тогда действуют с ней согласно, когда хотят действовать против природы. У нее нет языка и речи, но она творит языки и сердца, которым она чувствует и говорит. Ее венец – любовь. Только любовью приближается к ней. Каждому является она в собственном виде. Она скрывается по тысячу имен и названий. И всегда природа одна и та же. Вот оно, единство. Природа, мать, вела меня в жизнь. Она же меня уведет. Я доверяюсь ей. Она может распоряжаться мной. Она не возненавидит моего творения. Я ничего не сказала природе. Нет. Она уже сама все сказала, что истинно и что ложно. Все ее вина, все ее заслуга. Только там, где природа свободна, будет свободен человек. Там, где ее связывают насильно человеческими установками, человек будет связан сам. Всякий новый предмет, хорошо увиденный, открывает в нас новый орган. Вся моя жизнь, творение, чувства не обманывают, обманывают суждения, говорил Гёте. Почему вот эти философы русские, это что, разве не русская философия? И когда он говорил о русском языке и о русском народе, который русский светлый, который создаст модель, создаст образ. Поэтому русский космизм, русская душа, русский язык, И этот язык совершенно особенный. Русская, самая, именно русская космология, космизм, это какой? Это какой мы даем путь. Вот тогда совсем другое дело. А если мы хотим посмотреть, кто, посмотрите, американец, кто, украинец, кто, там, еврей, кто, поляк, кто, там, казах, кто? Это человек, имеет определенный язык. А русский – это какой? Одно только прилагательное. Это прилагательное к человеку. Поэтому, когда люди обижаются, они не понимают, что у них они свет, с того света пришла, говорит, душа. Так душа соткана этим светом. Она светоносная, мы же солнечные, мы подсолнечные, светим, светлые. Но неужели против этого я что, сказал что-нибудь новое, может, кто-нибудь не знает, может, где-то в сказках не написано. Но это не описать ни в сказках, ни пером, ни рассказать, ничего, потому что этот свет не передается. Он состояние, он состояние. Это свет, это состояние души. Поэтому вот у нас здесь вот сейчас 5 звездочек, идет пятизвездная такая система. И вся эта звездная система есть вечная система. И если мы хотим эту вечную, вот эту вечную культуру, а культура что такое? Это поклонение, это предпочтение, культ, почитание. Мы почитаем свободу мыслей. Не мою свободу топать ногами, а я выбираю мысль. Приходит мысль мудрая, а человеку некогда, он занят, он деньги зарабатывает. И что с ним делать тогда? И вот он ждет, ждет, эта мудрая мысль так постояла, постояла, постучала и пошла искать кого-нибудь, искать человека, который поймет. Так вот я когда поняла, конечно, прежде всего благодаря Козыреву, но до Козырева еще у меня был Гончаров, гомеопат гомеопатов такой.
удивительный человек. Ну, у меня много у меня было друзей таких. Наверное, что-то во мне было изначально заложено так, чтобы я могла... Создали мне условия, смотрите, ведь мало того, что я живу в Крыму, я живу в научном, я живу вот в этом храме науки. Это же, ну, сама себе завидую.